Об этой новости хотела знать вся Россия и долгое время следила за развитием событий вокруг российского телеведущего Леонида Якубовича. Это случилось сегодня рано утром. Из телевидения, друзья, нам сообщили о том, что с сегодняшнего дня российский телеведущий Леонид Якубович ушел с телевидения. Этого и стоило ожидать, так как долгое время его пугали, что его шоу закроют, и он решился сам уйти. Мы решили проследить за развитием событий вокруг Леонида Якубовича и взять у него небольшое интервью, но это у нас не получилось. Сегодня ночью Леонид Якубович покинул территорию России и уехал за границу вместе со своей семьей. Как это все понимать, мы пока не знаем. Родственники, которые остались здесь, в России, не хотят обсуждать эту тему. Ссылаются на то, что ничего об этом не знают. Давайте, друзья, поддержим Леонида Якубовича. Будем надеяться, что, может быть, когда-нибудь Якубович вернется обратно, и мы снова его увидим на нашей любимой передаче. Подписывайтесь, друзья, на наш канал и следите внимательно за нашими новостями. Ведь только так вы не пропустите свежие выпуски, которые мы делаем исключительно для вас и только на нашем YouTube-канале.